Сейчас посмотрим, каково играть на пятом левеле. Руины. Лучший! Красавчик. Можно я тебе комплимент сделаю? Давай, давай. Не мужчина, а мечта. Ты засмущался, да? Очень-очень. А тебе сколько лет? 12. Блин, мне тоже. Как мы подходим друг к другу? Так, отлично. Что? Что я делала? I drop, okay. И все, халямалё. Устраивайтесь поудобнее, так как мы продолжаем нашу рубрику «Дорога к 10-му левелу Face It». Я сыграла на 4-5 левелах, и я просто ощущаю, как мне с каждым разом все труднее и труднее. Господи, ребят, я честно не понимаю, как вы поднимаете себе левел, но мне реально уже трудно. Я надеюсь, то, что вы обязательно меня поддержите лайком и комментарием. Также, если именно ты не подписан на мой канал, то я тебе советую подписаться, чтобы такая кнопочка подписаться стала серой. Но мы переходим к новому ролику, и я желаю вам хорошего просмотра. Ну, мы с вами находимся на сайте Force Drop. Давайте откроем пару кейсиков и проверим свою удачу. Итак, пусть будет дневник. Фига себе, новиночки. Пробел зажимаю. Что выпадет? Отлично. Отлично. Какие тут еще есть кейсики? Давайте дружко шоу. Блин, я думала перчи. Ладно. Окей. Global Elite Case. Давайте, 5 раз. Огонь и вода. Ну такое. Так, давайте, знаете что? Вот я тоже не знаю. Delight, погнали. Ну-ка, Максимка. Я думала, Delight мне нож даст. Мне револьвер дает, ну вот и фе. Также на данном сайте присутствует обновление, бонусная система, где вы можете подписаться на их группы ВК, Steam, Instagram, Telegram, YouTube. Еще здесь есть промокод, который дает 20% к сумме пополнения. К тому же можно воспользоваться моим промокодом SWIGGY1337, он дает 30% к пополнению. Давайте еще раз пройдемся по кейсикам. Что же нам открыть? А давайте Эвелона. Королева драконов. Поздравляем вас с выигрышем крутого дропа. Дарим вам 20% пополнения баланса 1000 рублей. Опа! Фига себе. И такое бывает. Нет, спасибо. К тому же на сайте вышло обновление Upgrade. Я еще не знаю, как им пользоваться. Давайте выберем вот это. И что-то выберем, да? Наверное, вот это. И что будет? И что будет? И что будет? Фига себе. Попробовать еще раз. Вот это. И вот это. Upgrade. Я не понимаю, как работает. Ребята, объясните мне по-разски в комментариях, что здесь надо делать. Окей, мне кейсики все-таки больше нравятся. Я лучше их буду открывать. Так, огонь и вода. Погнали. 2 штуки. Открываем. Опа. 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 Хоть что-то, хоть что-то. Давайте, знаете, что попробуем. Пусть будет force drop. Да, force drop. Погнали. Динамика. Ты 400 рублей, да? Ну, 300. Я почти угадала. В общем, ребят, промокод в описании, ну а мы переходим к новому ролику. Ну что, ребят, мы продолжаем нашу дорогу к 10-му левелу. Нам осталось сыграть 2 катки, чтобы получить 5-й левел. Но мы сыграем побольше, чтобы удостовериться, то, что мы сила, крутая команда, йоу. Хотя я соло играю, я мало. Трейн? Серьезно? Пошла, блин, премиум. Угу, пошла, конечно. Ну погнали. Hello? Go in. Ты куда пошел? Куда пошел? Живые раунды, это не мое. Maybe go all A Ivy? No, you gotta just spray us, you know. Okay. I know. Ничего не поняла, что он сказал. Yeah. Иди в жопу, а. Иди в жопу, а. Как тебя можно называть, Зайка? А, еще лучше. Пипец, я ничего не сделал, они меня обзирают. Connector last. Good job. Lucky. Серьезно, бомба оставлять? Я им что, доставщик пиццы, что ли? What the f? Connect last. Да, да, нафиг я нужна этой команде. Ну да, пошла я нафиг. Они раскид знают? Что? Я даже на этой карте раскид не знаю. Ну так вот могу кинуть, и все, ну так, чисто. Ну а вдруг зайдет.
Найс. Спасибо. Да не за что, обращайся. Давай, давай, давай. Я коллаж скинула. Зачем я просила? Я все равно не умею с ним. Рай, не умею. Что? Что? А поп-дог, поп-дог. Сайд. Сайд, виз оп. Так, отлично. Что? Что я дала? Я вообще даже не знаю. I drop, okay. Ivy. One connect to one Ivy. Last Ivy. Господи, давай по-братски, брат. Ну надо, надо, надо. Лучший. Сайд, что по зажиму просто? Куда лечу? Мне кажется, дорога к первому левелу, ребят. К первому. Кстати, такое возможно? Я уверена, что да. Maybe... Короче, я думаю, что сейчас будет бы... По-братски, научите меня английскому. Напишите мне в комментариях, пожалуйста, хорошего репетитора. Двое в попе вывозим. В попе? Двое в попе! Надо было фуганаты купить. Угу. Тебе там кто-то пишет, меня это напрягает. Потому что тебе не пишут никуда. Да, мне вообще не пишут. В ВК просто скидывай, я тебе напишу. А, хорошо. 12-12, нормально. Мы вытащим. Давай я чекну. Зачекала. Лучший! Красавчик. Можно я тебе комплимент сделаю? Давай, давай. Не мужчина, а мечта. Ты засмущался, да? Очень-очень. А тебе сколько лет? 12. Блин, мне тоже. Как мы подходим друг к другу? Найс. Nice. You're the best man, Blue. Man, Blue. Меня такое же говорила, понимаю. Не-не-не, ты мужчина, не мужчина, а мечта. Он просто лучший. Ты не ревнуй, окей? Ты не ревнуешь? Нет, конечно. А, ну ты ладно. Ну, почему я не могу набить больше синего? Хотя с моей стрельбой. Эй, стрель. Блин, вообще, мы вроде быстро слишком играем, а вроде и потно. Еще... Найс! Блю! Скажите... Что? Что? Найс! Thanks for game. GG. Почему меня никто не любит? Люблю тебя. До слез, реально. Вот такая катка, ребят. Пожалуйста, вот можно на повтор вот этот? Я люблю тебя. Погнали сразу, next. Ну, а мы играем карту Dust. Погнали. Hi, guys. Что это было? Почему я с ними поздоровалась, они со мной нет? Я чувствую такой нормальный игнор в свою сторону. Go be alright. Can you go for склон? Окей. Налажим контакт по чуть-чуть. Сколько нужно было запустить пулик в тебя, чтобы ты умер? One shorts. Упс. Найс. Ребят, на турист фигер шорт? Ага. Нихуя распишешь? Maybe meet to be. Guys. Ну да, ну да, пошла я на... Окно, window, window. У меня команда вообще не разговаривает, кроме одного челика. ВТФ. Меня это напрягает. Это премиум, ребят. Премиум. Вообще ноль инфы. Я не... Они думают, что я открою лонг. Щука смешная. Но я лонг открою. Найс. Найс. Женя, Женя, сильная пиздец. Ну и шутки у тебя. Так приятно. Пипец сильный, ага, иду на четвертом месте. I play middle. Русская это, блядь, команда, конечно, да. Я надеюсь, ты меня туда не вписываешь. Не-не-не, ну, of course, но... Это, блядь, лонг. Давай, домой его, давай. У, блядь, куда летит против Жей? Выиграть не забудь катку. Нашла чувака для буста, ребят, вот это... У меня есть мид. Правильно. Еще будет. One more middle. Ты это видел? Ты это видел? Ты это видел? Спасибо за игру. Я тебе распишусь, забей. О, спасибо. В общем, играем карту Инферно.
Так получилось то, что вчера мне дали бан из-за того, что меня просто выкинуло из фейсита, там какие-то траблы были. Но почему-то моя команда выиграла, и мне приплюсовали Элла. Поэтому нам осталось выиграть одну катку, и еще одну катку мы сыграем уже на 5-м левеле. Хай! Я боюсь что-то говорить. Ну шо, пошла душа в рай. На живой раунд. Отлично, стей. Руки вообще холодные. Лонг. Good job. О, я белая. Почему я так флешки ловлю? Банан, банан. Ух. Может быть, second middle, а потом long? Я смог кинуть шорт. Пойдемте, бэ, бэ, пойдемте, бэ. Так, на, вот одни. Ну и пофиг, на банане есть. Не иди, не иди сюда, не иди сюда. Двое банан. Почему на последнем месте? Ну хотя бы когда единичку держу. Выйди, 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 говорю. Раз, два, не вышел. Может быть, кто-то выйдет все-таки. Мама! Он ушел, он ушел. Можешь не идти ко мне. Руины. Я убью, не ссы. Отлично. Ну что, ребят, мы уже на 5-м левеле. Круто. Очень круто, очень круто, очень круто. Сейчас посмотрим, каково играть на 5-м левеле. Хотя здесь одни и те же. Левела почти встречаются. I play only A. Maybe second middle. Yeah, second middle. Не получилось. Blue. Blue? Меня игнорируют. Мама, мама. Болер. Где спасибо? Болер. Last second middle. Okay, nice. Give me your inst. Еще мой инстаграм, ребят, подписываемся. Свиги. Си блунт. Красава. Хотя нет. Или да. А почему у вас новые аккаунты? А почему я не красава? А почему у вас новые аккаунты? А почему они красава? Не, ну ладно, красава. Аккаунты почему новые? Ну, потому что мы новые игроки в этой игре. Ты врешь? Нет. Да? Нет. Да? Да-да. Да-да! Ну почему? Извиняюсь, прикрываю. А у вас точно нет читов? Ну ладно. Спасибо за игру. Я потом подпишусь в инстаграм, реально? Ну ладно, ладно. Меткий стрелок, блин, и последний вместе с... Огромное спасибо за просмотр данного ролика. Вы просто самые лучшие, то, что посмотрели этот ролик до конца. Давайте, если вы все еще не поставили лайк, я вам даю еще 3 секунды. Раз, два, три, чтобы вы поставили лайк. Также, я все еще жду вашего комментария. И вообще, напишите мне, пожалуйста, какой левел фейсит у вас. Давайте я вас обниму. Я вас обнимаю, правда, ребят. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока.